Всем привет! Сегодня я еду на охоту. Еду искать сокровища. Я шучу, конечно. Мы едем на аукцион. Это один из видов аукционов в Америке, называется estate sale. Собственно, это распродажа всей утвари в доме, хозяева которого, может быть, переехали в другой город и не захотели ничего брать. Может быть, они переехали, состарились и, как здесь водится у американцев, переехали в дом престарелых. Или их забрали дети, так тоже я часто видела. Или, ну, перешли в мир иной. Вот. Я часто находила там интересные вещи, антикварные вещи, собственно, поэтому вот я вооружилась вот такой вот лупой. Но сегодня моя цель иная. Сегодня моя цель иная. Причина моей поездки сегодня - вот эта коробочка. Вот я ее привезла из Москвы, потому что здесь находятся вот такие старинные кассеты. И вот на них написана фамилия моего папы Бондарь. Моя девичья фамилия Бондарь. Вот. Вот эту коробочку мне прислали его друзья. К сожалению, я с папой рассталась, когда мне было, лет, наверное, 18. И его голос я не слышала вот больше, даже страшно сказать, сколько лет. Больше 30 точно. И сегодня у меня есть надежда найти на этом аукционе старинный магнитофон, который воспринимает вот эти кассеты. Поэтому я приглашаю вас увидеть. Буду я счастлива. Услышу я голос сегодня своего папы или нет. Ну ладно. Так что я выезжаю, я выключаю запись, потому что надо ехать. Я не буду вести репортаж во время езды. Так что встретимся уже на месте. Все, до встречи. Так, ну вот я приехала. К сожалению, пришлось одеть маску, потому что без маски нельзя. Так, ну вот просто хочу показать neighborhood, где это все проходит. Ну, неплохое место достаточно. Вот. Идем, смотрим. Здесь сейчас достаточно спокойно, но я запозднила сегодня. Обычно надо приезжать прямо к открытию. Сегодня не получилось. Но ничего. Будем смотреть, что осталось. Все, поехали. Ну вот предупреждают. Face mask must be worn. То есть обязательно нужно одевать маски, но мы готовы. Заходим. Hello. Hello. Так, ну вот какой-то красивый. $800. Многовато. Такие часы. Так, ну вот уже все продано. Уже sold. Уже продано. Так, припозднилась я сегодня, но ничего. Как обычно, много посуды разной. Конечно, в то время больше популярен был хрусталь. Сейчас больше стекло. Три стаканчика. Вот. $16. Вполне себе приличные 8 фужеров. Так.
Ну, это набор. Какие-то декоративные бутылки красивые. С бабочкой, с цветочком. Да, симпатичные. Так, вот хорошие, 30 долларов. Огромная. Но это алюминий. Алюминий, так. Иногда бывают абсолютно новые вещи. Вы знаете, вот прямо с этикетками. Вот большой сет, 53 предмета, 100 долларов. 53 предмета. Так, вот еще один. Это что? Это фарфор. Не вижу. 130 долларов. Ну, мне не нужен, но вообще-то неплохая вещь. Вот разделочная доска. Какая огромная. 20 долларов. Это для поросенка. Целый поросенок такой. Так. А вот это что? 30 долларов. Ну, немножко старовато, да. Красивая вещь, но старовато. Так. Это что? Так, это для тортов. Да? Так. Ну, вот и все, пожалуй. Так, ну где же моя цель? Все так. Ну, вот тоже приборы. Тоже для морепродуктов. Это вилки. И вот они, игольчатые тоже ножи. Это тоже для омаров, крабов. Вот. Ну, не очень все новое. Но хозяева любили морепродукты. По всему видно. Так. Вот какие-то игрушки, да, целые декорации на Новый год. 50 долларов полностью набор. Так, хорошо. Это сколько? 300 долларов. Вот такой красивый, красивая консоль. Classic Country Music. Это especially for me. Country Music. Я небольшая любительница country music американская, но пока брать не буду. Так. О, какое яйцо. Сколько такое яйцо? 40 долларов. Так, идем дальше. Так, у меня есть цель найти проигрыватель. Где этот проигрыватель? Ищем проигрыватель. 60 долларов картина. Вот красивое зеркало. 300 долларов. Так. Ух. Платье невесты. Смотрите, какое платье невесты. Со шлейфом. Так, и сколько оно стоит? 50 долларов. Как вам? Новое абсолютно. Абсолютно новое платье. Вот я на ощупь смотрю. Абсолютно новое. 50 долларов. С огромным шлейфом. Да, вполне себе ничего. Так, здесь что? Так, ну это... Это мы смотреть не будем. Так, за 20 долларов вот любая одежда. Есть люди, берут себе по много, есть по 2 доллара, по 3 доллара. Ну вот каждый сьют по 20 долларов здесь. Это цены первого дня. На второй день обычно всегда бывает скидка. Обычно бывает 50% скидка. Так. Нет, не гараж. Идем искать. А где же мой? Где мой проигрыватель? Идем искать проигрыватель. Так, наверное, здесь он. Так,
наверное, здесь. Портфолио. To see the journalist, to scan. Как красивая вещь. $40. Лампа. $40. Так, War and Peace. Ага. Красивая вещь. Толстой. Только пропущена буква L. Война и мир. Где буква L? Так, фотоаппараты, кинокамеры старые. Ну вот, я знаю, что на аукционах продаются вот такие старые Canon. Ну вот, может быть, кому-то интересно. Понятно, ничего. Так, идем дальше. У нас есть цель. Найти проигрыватель. А его нету. Все. That's it. Так, неужели это все? More in garage. Может быть, в гараж надо зайти? Давайте зайдем в гараж. А в гараже уже, так, тоже практически ничего нету. Ну, совсем сегодня. Так, немножко я припоздала. Смотрите, уже тут все перелопачено. Крошни, Мексика. Иногда, знаете, попадаются очень хорошие книги, пластинки, потому что... Люди раньше интеллектуальные были. Вот, French Revolution, смотрите. Французская революция. Так, что здесь? Здесь уже все тоже расхватали. Гараж сейл, вы знаете, да? Это тоже очень популярная вещь в Америке. Вот. Очень много декораций на Новый год. Это всегда приезжаешь и целый магазин в гараже. Потому что американцы очень любят украшать на Крисмас свои дома. Смотрится это восхитительно. Всегда мне это очень нравилось. Так, ну вот смотрите, $8 надкракер. Так, он новый или не очень? А ну-ка посмотрим. У меня уже, в принципе, есть один. Сейчас посмотрим, может, тоже возьму. Надкракер. Так, хорошо. Так, вот она. Или это не то? Это DVD. А, это DVD-видео. Нет, это не то. Это не DVD. Мне нужен... Нет, это не то. Я не поняла. Пойду еще посмотрю. Еще раз. Наверное, неужели его купили? Да, вот я зашла в кабинет еще раз. О-хо-хо-хо-хо-хо. К сожалению, нет. Так, ну все. Сегодня, на сегодня все. Ой, тяжело находиться в маске, конечно. Охота не удалась. Не всегда бывает... не всегда бывает удачной. Но, ну что делать? Значит, лежит мне путь еще на один estate sale или аукцион, чтобы найти такие все-таки проигрыватель и прослушать песни моего отца, услышать его голос. И вообще настроение, честно признаюсь, иногда бывает не очень вот после вот этих estate sale, потому что ты приходишь и... Ну, где-то так все-таки понимаешь, что что-то с людьми случилось. Почему столько хороших вещей остается и никому не нужно? Вот иногда думаешь, вот целую жизнь что-то копишь, к чему-то стремишься,
что-то тебе нравится, ты покупаешь, мучаешься, переживаешь, вот хочу это купить, то купить. А вот так приезжаешь на это, на подобный estate sale и думаешь, вот это все, что от тебя останется. И никому не нужны ни твои вещи, ни твои коллекции какие-то, там антиквариат. Вот это все тленно. Но пока хочется, то будем жить. Будем искать. Жизнь продолжается. Все, пока, до новых встреч. Если понравилось, пишите, что не так, что интересно узнать. Я уже по вашим комментариям пойму, что больше интересно. Все, спасибо, пока.